Сонь, а тебе не кажется, что Лера похудела? Ну, стала стройнее. Да нет, не особенно. Просто приходится ходить пешком. 40 минут туда, потом обратно. И так каждый день. А, ну тогда все понятно. Девочки, я опять забыла про зарядку. Да, зарядка утром необходима. Приседания, наклоны, пробежка. А я зарядки для телефона. Вчера зарядить забыла. Девочки, смотрите, там вроде Паша идет. Паша! Привет, девчонки. Привет. А мы тебя не признали. Богатым будешь. А я вас сразу признал. А чего сразу не подошел? Некогда мне. Я ищу клад. И давно? Уже третий день. Ух ты! А найдешь? Поделишься? Мы никому не скажем про клад. Мы даже не скажем, что ты его искал. Делить будем по-честному. Всем поровну. Да ладно вам, девочки. Какой клад? Пашка же просто прикалывается. Не верите? Как хотите. Я закачал приложение «Найди клад». И вот приспособление. Так что дело времени. А приложение бесплатное? Конечно, нет. Пришлось покупать. Значит, клад уже кто-то нашел. Неплохо придумано. Не верите? Тогда не мешайте. А если у него и вправду получится? Слабо верится. Тут уже везде все перекопали. И не один раз. Да уж не думаю, что все перекопали. Может, он и вправду найдет? Ну хорошо. Паша, мы готовы тебе помочь. В чем? В поисках клада, конечно. Ты я и сам найду. А копать яму? Сам выкопаю. А вы что, копать будете? Ради клада можно и покопать. А мы еще и людей отвлекать будем, чтобы любопытные не интересовались. Да, пожалуй, в поисках клада без помощников не обойтись. Если мы клад найдем, что ты будешь со своей долей делать? Не знаю, я еще не решила. Ну, надо сначала клад найти, а ты? А я, наверное, ничего. Если найдем деньги, то делать ничего не надо. Что, и в школу ходить не будешь? Нет, школу-то надо закончить. Есть! Нашел! Не нашел, а нашли. Большой клад. А на какой глубине? Приличный клад. Приложение обмануть не может. Тем более биолокатор подсказывает. Убедительно. Клад – это классно. Вот видишь, Паша, один ты искал и ничего не нашел. А с нами нашел. Да это просто я счастливая. Что, намекаешь на большую долю? Ну, не знаю. На ваше усмотрение. Ну ладно, что будем делать? Надо копать. Сейчас? Без лопат? Я устала. Я есть хочу. Нет, сегодня уже поздно. Тем более лопат нет. А может, наймем экскаватор? Нет, никакой техники. Не надо привлекать внимание. А если нас спросят, что мы делаем, что мы скажем? Сажаем дерево. Это благородное дело. В 8 утра встречаемся тут. Я лопаты принесу. Будем копать по очереди. Что это такое? Вы оттуда? Без меня выкопали клад? Ничего мы не выкопали. У нас и лопаты-то нет. А где Соня? А Соня за Соня. Как всегда, проспала. А ты чего без лопаты? А я с дворником договорился. Сейчас у него возьму. Поздно. Клад уже выкопали. Кто выкопал? Не знаем. Мы пришли, яма уже была. Значит, я не ошибся. Здесь точно был клад. И кто-то выкопал его раньше нас. Девчонки! А вы точно никому не рассказывали? Я? Никому. Могила? Я тоже. Две могилы. А может быть, это Соня проговорилась? Ну, вообще, Соня могла. Она запросто могла проговориться Андрею. Точно! Это Андрей! Больше некому. Он пришел раньше нас и выкопал клад. О! Ребята, а что вы тут делаете? А мы просто гуляем. А, понятно. Ну, конечно, утренние прогулки очень полезны, особенно перед школой. А если пойдете гулять в эту сторону, пожалуйста, осторожней, тут за углом большая яма. Юрий Иванович, а вы не знаете, кто эту яму выкопал? Конечно, знаю. Вчера здесь трубу прорвало, приехали ремонтники, выкопали яму, направили. А вот закопать не успели, темно уже стало. Зато утром
горячую воду дали. Ну, ладно, в школе увидимся, ребята. Не опаздывайте. Пока. Вчера надо было копать. Что же теперь? Кто мог знать? Не унывайте. Раз нашли клад, значит, мой метод работает. Можно продолжить поиски. Я за. Можно прямо сейчас. Я, конечно, не хвастаюсь, но у меня новые солнцезащитные очки. Да это я сразу заметила. Только вот стеснялась спросить. А чего стесняться? Спроси. Сколько стоит? Ну, дорого. Потрясающе. А чего сразу не сказала? Подруга называется. А ты ничего не замечаешь? Ну, ты что-то хочешь сказать? Хотя мы уже долго здесь болтаем. Как ты не хвасталась, так и я не буду. Вот, купила себе новый рюкзачок. Вообще, я его тоже сразу заметила. И ничего не сказала? Тоже мне подруга. Я постеснялась. Дай посмотреть. Ну, на, смотри. Это мы вчера с Лерой ходили, выбирали. И без меня? Так ты же сказала, что очень занята. Ну да, я ходила выбирать очки. Ну, как тебе? Очень классный. Так мне нравится, когда ты говоришь правду. Ты сразу становишься вся такая неотразимая. Не поняла, это ты мне сейчас комплимент сделала или наоборот? Не парься, это был комплимент. А к рюкзаку мне еще надо купить брелок и кроссовки. Ну, это возможно. Возможно, но дорого. Дорого, но возможно. А вот мне для очков нужно солнце. А где же его купишь? Да, действительно, об этом я не подумала. Солнце не купишь. Вот-вот, и я об этом же. А где она? Кто, Лера? Нет, сумка! У меня в ней лежит телефон. Да перестань ты говорить загадками, не пугай. Да не пугаю я, просто я в шоке. Где мой рюкзак? Посмотри еще раз. Его действительно нет. Черт, его украли. Подожди, не переживай. Если здесь был Пашка, значит, это его проделки. Вон, кстати говоря, и он. Пашка, иди-ка сюда. И что будет? Опять я опаздываю. Надо Карине позвонить. Поняла. Это же сумка Карины, которую мы вчера вместе купили. Как так? Вот растеряша. Какой рюкзак? Я ничего не брал. Или ты сейчас сознаешься, или мы идем в полицию. Там ты быстро во всем сознаешься. И получишь не меньше 5 лет тюрьмы. А так как сумка новая, то и все 10. Вы что? Какая тюрьма? Я же просто пошутила. Сейчас верну. Девчонки, привет. Привет. Карина, ты что рюкзак выкинула? Не понравился, что ли? Спасибо. Это Пашка украл и спрятал. Мы его припугнули, и он обещал отдать. Стой. А ты откуда знаешь? Я позвонила тебе и услышала звонок в кустах, а там оказался твой рюкзак. Ну, Пашка, ну погоди. Его надо бы проучить. И чтоб на всю жизнь. Кстати, вот он идет. Прячь рюкзак. Принес? Я не виноват. Я просто пошутил. Вот так, Паша, и бывает. Из-за глупых шуток появляются большие проблемы. Ну ладно, Пашка, на этот раз мы тебя прощаем. И то только из-за того, что все закончилось хорошо. Так что, рюкзак нашелся? Да, на твое счастье. Честно нашелся? Сам пришел и все рассказал. Кто? Рюкзак? Ты что, шуток не понимаешь? Я уже ничего не понимаю. Где шутки, а где нет?